Александр Солженицын. Когда я горестно листаю российское летопись земли, я тех царей благословляю, при ком войны мы не вели, при ком границ не раздвигали, при ком столиц не воздвигали, не усмиряли мятежей, рождались, жили, умирали в глухом кругу в семье своей. Мне стали по сердцу те поры, мне те минуты дорогие, те годы жизни, о которых еще великого историк небрежно пишет две строки.